Начинается программа «Особое мнение». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Дмитрий Русских, депутат областного законодательного собрания 4 и 5 созывов. Дмитрий Михайлович, добрый день. Владимир, добрый день и всем слушателям прекрасного дня. Ну, кстати, наши слушатели могут участвовать в нашем разговоре. Безусловно, на сайте hakirova.ru есть специальная форма для того, чтобы вы задали свой вопрос гостю особого мнения. Вопросов пока нет, но буду ждать, буду следить. И там же на сайте есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. Дмитрий Михайлович, сейчас очередной коррупционный скандал оказывается. По подозрению во взятке в 220 тысяч рублей задержан депутат Зуевской городской думы. Вот что сообщают нам наши коллеги-новостники. Являясь руководителем предприятия в сфере ЖКХ, он заключил контракт с организацией из Кирова на поставку стальных труб и опор, а затем еще предложил и смонтировать это все дело и потребовал вот эту взятку в 220 тысяч. Задержан сейчас. Ну что, такие случаи, они у нас регулярно происходят? Я думаю, что они... Что с этим делать? Они типичные, они, наверное, всегда были, будут, и, наверное, с ними надо просто немножко по-другому, мне кажется, бороться, и те случаи, которые там выявляются, они должны быть очень быстро как бы среагированы силовыми структурами для того, чтобы любой как бы человек, который принимает решение, который хочет заработать, должен всегда был понимать, что как бы наказание, оно неминуемо. За ним наблюдают. Да, что на ним наблюдают. А у нас очень часто бывает, вот берут там, допустим, на взятке какого-то Зуевского, там, в первую очередь, он, наверное, не как депутат брал, а как руководитель. Как руководитель предприятия. Да, предприятия, просто он автоматически у нас, там, видимо, являлся еще депутатом местной думы. Так у нас так ведь бывает зачастую. Ну, бывает, да. Руководитель и депутат. Ну, это самая удобная форма, потому что легче управлять. Значит, и при этом как бы у нас есть куча случаев, когда мы видим, что суммы значительно там, даже в городе Кирове, сколько мы говорили, там, допустим, о той ситуации, которая происходила в городе по строительным местам, в первую очередь в Парке Победы, когда продавались активы, там 4 гектара земли, средней оценкой в 250-300 миллионов рыночной стоимостью родственникам бывшего главы города за там 280 или 360 тысяч рублей. Небольшой. Да. То в данном случае ведь нет ни одного там решения, нет ни одной как бы попытки силовых структур все-таки разобраться в данной ситуации, как это может быть. А есть вот такие случаи, когда вот за какие-то трубы его взяли. Конечно, я думаю, что правильно, что это все происходит. Масштаб-то другой. Масштаб другой, да, да, да. То в данном случае мы такие видим мелкие задержания, видим такие районного масштаба аресты, но в данном случае мы понимаем, что это должна быть система, а не такой показательный формат. В последнее время у нас в городе и области произошли события, заслуживающие нашего внимания. Не первый день мы уже обсуждаем их в нашей студии. Это и избрание нового главы города, кстати. В этот четверг, послезавтра, Елена Васильевна вступает в должность главы города. Инаугурация назначена. Также изменения у нас в областном правительстве есть. Давайте пойдем по порядку по всему. Итак, новый глава города. Елена Васильевна была у нас в студии в понедельник в программе «Дневной разворот». Выглядит хорошо, уверенно, уверенно в себе. Да, Елена Васильевна всегда у нас хорошо выглядит, всегда уверенно в себе. Да. Вот чего ждать от нового главы города, на ваш взгляд? Ну, это, конечно, очень сложный вопрос. Я бы разделил там жизнь, ну, города, области, грабить, допустим, да, до 10 сентября и после 10 сентября. Выборы вы имеете, день, да, выборов. Да, то, значит, я думаю, что все там будет совершенно по-разному и по-другому. И в области, и в городе мы уже видим изменения и в правительстве Кировской области. Там, да, и еще больше мы видим, что все-таки Елена Васильевна стала главой города, как вы сказали. Значит, в принципе, ее кандидатура с самого начала обсуждалась в выборной кампании. Мы в этом студии буквально, наверное, в июле месяце говорили, что она один из главных кандидатов на эту должность. Значит, и то, что она пошла по одномандатному округу, и то, что впоследствии стала главой города, это, в принципе, все закономерно. Это был определенный итог всех переговорных процессов, которые происходили в период выборной кампании и после этого. Я очень хорошо... Люди-то ничего не решали, что ли? Люди, к сожалению, кировчане, мы с вами вообще давно ничего не решаем, да, все без нас решали, и заранее все было решено, оставались согласования, и буквально, наверное, 10 числа были выборы в воскресенье, я во вторник проходил около правительства Кировской области и сфотографировал стоящие дорогие машины, в основном мерседесы, около правительства Кировской области. Это был вторник, часов, наверное, 11-12, и сделал фотографию, там некоторые были рядом со мной журналисты, и я сказал, что
все решают мерседесы. Они сначала не поняли, в чем дело. Я говорю, что вот стоят мерседесы определенных городских жителей города Кирова, людей, как я их называю, там, бояр, которые, в общем-то, сразу на второй день после выборов, видимо, в понедельник спали, переанализировали, потом они все собрались и решали вопрос, кто будет все-таки следующим главой города. И смысл заключался в том, что все решают мерседесы, а не кировчане, к сожалению. И в данном случае, видимо, все-таки да, было все решено группой мерседесов. И все-таки Елена Васильевна стала главой города той кандидатурой, которая, в общем-то, была согласована и определенными олигархическими группами, и губернатором Кировской области. Вопрос-то решен, в чью пользу? Неужели в пользу вот этих боярков? Ну, смотрите, на мой взгляд, значит, в данном ситуации надо четко понимать, что когда вопрос решается в нашу сторону, я имею в виду, что жители города Кирова, это должны быть прямые выборы, когда мы определяем, кто должен быть сегодня тем человеком, которого мы видели бы на должности мэра города, главы города, как хотите, который определит спектр развития города на ближайшие 5 лет. Когда это принимают там жители, это одна история. Когда принимают это определенные группы лиц, понятно, что в первую очередь они преследуют свои коммерческие цели, свои какие-то определенные задачи, которые они как бы все эти годы в жизнь в нашем городе продвигали. Мы видим, что из этого получилось, что никому не секрет, что 2 срока господина Быкова — это как раз работа, значит, той группы людей, которая, в общем-то, представляет сегодня олигархическую систему в городе Кирове и Кировской области, которая, в общем-то, все эти 10 лет его утверждала, он и работал во благо их, и все, что он делал, это тоже благодаря им и для них. Значит, при этом ему удавалось фактически выдерживать систему, что и это началось при губернаторе Шаклени, это продолжалось и при губернаторе Белых. Они держали контроль над городом Кировом, над городской думой. И, в общем-то, все, что там происходило, это происходило с ихнего разрешения или там мышления, как это правильно сказать. И главным исполнителем всей этой истории был глава города господин Быков. Значит, сейчас пришел третий губернатор, и, на мой взгляд, ситуация не кардинально изменилась, потому что мы все равно прекрасно понимаем, что эти люди также остаются активными в городе, они точно так же участвуют на принятии решений, и в моем понимании, мне кажется, что и в третий раз им удалось как бы взять под определенный контроль городскую думу и все-таки утвердить именно того главу города, который для них более понятен и более внятен. А как вы относитесь к этому утверждению? Ну, некоторые, да, там да. В сети активное обсуждение идет, некоторые люди с опытом заявляют, что все-таки круг интересантов, он расширился. Это одно из основных изменений ситуации действующей. Ну, круг интересантов, не все так однозначно. Я думаю, что никак не расширился, потому что две стороны. Вот в интернете есть фотография, где господин Крепостнов головой здоровается с губернатором Кировской области Василием прямо на заседании городской думы. На первом, да. То вот в данном случае две фигуры, которые, в общем-то, и определяли эту стратегию. Каких-то других интересантов просто быть не может. Значит, как говорится, боливар не выдержит троих. Боливар выдерживает только двоих. То в данном варианте, там в этой фотографии все показано, то понятно, что окончательное решение по утверждению главы города мог принять только губернатор Кировской области Васильев. Да, потому что это как бы его прерогатива, значит, послушав все рекомендации, взвесив все за и против. Ну и тут, на ваш взгляд, вполне понятно, почему он присутствовал. Потому что на первом заседании, и почему из-за него, да, немножко на попозже было назначено начало. Ну да, потому что он хотел показать, что, в общем-то, тот глава города, который там избран, он является его кандидатурой, его креативом. Mm-hmm. Точно так же, я думаю, что считает и Валерий Васильевич. Mm-hmm. То в данном случае они все считают, что новый глава города — это какое-то имеет все-таки их решение по его назначению. А в этом нет чего-то такого странного, когда Елена Васильевна в октябре прошлого года покинула свой пост, да, руководителя Минфина, спустя год почти она у нас пришла. Ну, на самом деле это роль история главы, ее поздравляет опять-таки глава региона. Ну, в данном случае у нас же так очень часто бывает, когда у нас уходили из правительства в 2016 году очень многие замы. Сегодня мы тоже видим, что они занимают, вернулись фактически, только, может быть, не в должности замов, а в должности председателей профсоюзов, руководителей общественной палаты. Это я имею в виду, что Береснев и Галецкий. Ну, я понимаю, о чем вы, да? Да, то в данном случае не говоря уже о тех, кто покинул регионы, в общем-то,
тоже нашел свое место. Ну, я думаю, что в большинстве случаев все нашли свое место, и в данном случае нет исключения, и по Елене Васильевне тоже нашла свое место там, да. То, что иногда эмоционально происходят какие-то снятия и там раскидывание различных там ярлыков, оно потом это перерабатывается и выходит в какой-то процесс. Понятно, что мне кажется, это моя личная точка зрения, что, наверное, бы губернатор Кировской области Васильев, наверное, на какой-то момент все-таки ориентировался на кого-то, на другого. Но так сложилась выборная кампания благодаря правильности поведения определенных олигархических структур, которые хорошо умеют проводить выборную кампанию, то, в принципе, вся поляна, на кого можно было положить глаз, она оказалась пустой. Сейчас задам следующий вопрос, наверное, ответ уже после небольшой паузы. И все-таки вот мне бы лично, каким бы виделся хороший глава города? Человек самостоятельный, независимый, несгибаемый. Соответствует ли этим понятиям Елена Васильевна? Давайте после небольшого паузы. Да, хорошо. Больше перерыва. Особое мнение Дмитрия Русских, депутата ОЗС 4 и 5 созывов, вы сегодня слушаете. Итак, Дмитрий Михайлович, по поводу независимости, самостоятельности нового главы города, новой главы города. Да, на твой вопрос отвечаю там словами Лю Куань Ю. Это первый президент Сингапура, который вопрос ему задавали, какой должен быть лидер и руководитель, там политик. Да? Он сказал, что, во-первых, он должен быть порядочный слово, да, и сильный. Значит, дальше идет слово профессиональный. Вот порядочный, всем понятно, что это порядочный, честный. Значит, в данном случае мы говорим, что это тот человек, который, в общем-то, сможет как бы обеспечить вообще отсутствие каких-то коррупционных схем. Второй очень важный вопрос – это сильный. С одной стороны, в чем сила там, брат, да? Значит, ну, сила заключается в следующем, потому что, когда ты хочешь навести порядок, а в городе Кирове надо наводить порядок, и это все об этом знают, ты должен быть сильным, потому что иногда решение именно каких-то принципиальных вопросов, они как раз и возникают в вопросе, насколько силен руководитель, который может пройти все вот эти вещи, которые будут связаны с наведением порядка. У него должна быть сила духа, он должен быть сам внутри сильный. И потому что, понятно, мы понимаем, что если сегодня, как заверила Елена Васильевна, что она видит в первую очередь наведение порядка, это инвентаризация и ревизия всего городского хозяйства, в первую очередь МУПов, да, то мы четко понимаем, что когда, если она начнет проводить эту работу в жизнь, то встретит однозначно большое сопротивление. Потому что мы понимаем, что сегодня во всех МУПах в основном сидят люди, которые близки бывшему главе города господину Быкову. Мы понимаем, что то, что они сегодня творили там 10 лет, это требует большой проработки и изучения, может быть, вплоть до заведения уголовных дел. Потому что если мы возьмем только одно наше пассажирское предприятие АТП, которое очень много сейчас в последнее время пишут, да, что за последние годы там оно превратилось в убыточное предприятие, где почти 102-110 миллионов ежегодно происходит убытков, плюс они набрали больших кредитов, которых реально денег у них этих нет, то все куда-то это деньги делись. Дмитрий Михайлович, спасибо. Вот по ЭТП у меня отдельный вопрос. Уже много лет подряд ЭТП нам прогнозируют какой-то крах вселенский. Нет, мы сейчас говорим не крах. Живет как-то, есть ли это что-то там? Ну, делает? Потому что так и живет. Мы сегодня говорим, что есть в прямом доступе вся бухгалтерская отчетность. Мы прекрасно понимаем, что он живет вопреки, а не благодаря. Потому что при ежегодных убытках 100 миллионов рублей и при такой закредитованности и фактически отсутствии там, нормального транспорта, который я считаю, что в городе Кирове нет. Потому что то, что мы видим сегодня, это одно название. Это африканские страны перемещаются в таких автобусах. И то, наверное, не везде. Качество уже. И качество автобусов. И все эти выхлопные их газы, с которыми они ездят. И уровень водителей. Это говорит о том, что предприятие фактически, ну, оно существует, но на самом деле оно больше умирающее, чем живущее. То в данном случае понятно, что Елене Васильевне предстоит очень сильно как бы иметь силу воли для того, чтобы все эти заторы пройти. Потому что, еще раз говорю, будет громаднейшее сопротивление. И будет это сопротивление по всем вопросам, куда бы она ни захотела зайти и навести порядок. Потому что когда город, благодаря городским бывшим властям, привык жить в беспорядке, им очень сложно перейти в порядок. Ну, к сожалению, такая история. Но есть шанс это все-таки разрубить этот город и узел? Ну, вот смотрите, я с Еленой Васильевной проработал вместе, можно сказать, что больше 10 лет, потому что она стала министром
финансов. Департамент она в шестом году. В шестом году, да, как раз когда я избрался первый раз в ЗАГС собрание, и потом мы вот до 16 года вместе фактически как бы находились два созыва, то я вам хочу сказать, что как бы мне кажется, что у Елены Васильевны должно хватить духа и силы для того, чтобы привести в жизнь то, что она говорит. Она это доказала, и очень часто я уже где-то говорил о том, что ее точка зрения всегда часто не совпадала со зрением там, остальной части правительства и губернатора. Это касалось по очень многим вопросам, принципиальным, по которым мы всегда с ней находили общее понимание. Когда мы выступали о том, что как бы все инвестпроекты, которые делает Кировская область, не совсем хорошо влияют на бюджет Кировской области. Когда мы давали различные преференции крупным компаниям по налогам, что тоже не имело никакого фактического эффекта, да, значит, она всегда тоже имела похожую точку зрения, точно так же, как и с проблемами, связанными с Вятавтодором. Значит, она не один раз выступала у нас на комитетах. И с аэропортом Победилова, когда мы помним 9, 10, 11 год, что там творилось при директоре Андрючуке, когда мы вливали туда громаднейшие деньги. Значит, по компании «Крик», которая тоже вызывает до сих пор сегодня очень много вопросов, значит, и какая-то кузница вообще арестов, значит, что это тоже государственное предприятие, то она всегда имела свою точку зрения, и эта точка зрения всегда она пыталась отстаивать. Понятно, что не всегда с успехом, потому что все-таки она не являлась первым лицом в Кировской области, и все-таки принимаются решения в основном большинством членов правительства, то мне кажется, что вот в плане там духа, силы и желания у нее с этим все в порядке. А вот, Дмитрий Михайлович, да, как вы сказали, что опыт знакомства большой, да, и опыт работы совместной, так для понимания еще хочется. Елена Васильевна, она, ну, если можно так выразиться, она некий стратег, она видит вот глобальную цель впереди и может к этому двигаться хорошо. Либо это вот теория каких-то малых дел, постепенно тут вот, что-то там, да, и, вот, и это такой бесконечный процесс. Вот, смотрите, на самом деле тут есть в мелочах всего. Две вещи очень разные. Возглавлять Министерство финансов и возглавлять город, это немножко, на самом деле, очень разные вещи. Там, да? Понятно, что в городе тут должна быть определенная стратегия. Человек должен быть с определенным таким большим взором, потому что мы выстраиваем, как, возвращаясь снова Лю Куанью, любой руководитель должен строить город, улицу там, или область будущего, в первую очередь для будущих детей. То он должен видеть примерно развитие города или области на 15, 20, лучше 30 лет. Да, то в этом плане, конечно, это не Министерство финансов. Здесь как бы надо совершенно другой иметь кругозор, совершенно другой взгляд. Я думаю, что этот взгляд должен быть настолько сегодня современен для того, чтобы сделать именно тот город, который, в общем-то, мог бы нравиться не только пожилым людям, но в первую очередь и молодежи. Потому что мы сегодня видим, какой большой отток происходит из города, уезжает наша молодежь, потому что сегодня себя в нем не видит. К сожалению, за эти последние 10 лет мы очень сильно уже не раз говорили, отстали от наших соседей. Это и Йошкар-Ола, не говорю уже про Казань, Санкт-Петербург, Пермь. Уфа и Ижевск. Да, даже те города, которые раньше были по сравнению с нами деревнями, они сегодня нас значительно обережают. Урбанизация городов, она идет по всей стране, кроме города Кирова. То, конечно, здесь она должна четко понимать, что от нее не только хотят наведения порядков, но и определенного развития города, современного города, с учетом интересов всех слоев населения, в первую очередь, конечно, не олигархов, я имею в виду, а пожилых людей, молодежи, среднего возраста, именно созданием рабочих мест, созданием мест отдыха кировчан. Все-таки пора прекратить эту безумную точечную застройку в городе, значит, навести порядок в парках. Потому что, в принципе, я вот сейчас сегодня шел к вам и по улице. Во-первых, отсутствие тротуара полнейшее в городе. Там, да? Значит, при этом мы сегодня не имеем ни одного современного парка. Вот в рамках 21 века у нас нет ни одного современного парка. Что такое современный парк? Он значительно отличается от тех парков, которые мы там привыкли видеть еще там в том веке там, или в 90-е, там, 2000-е годы. И многие города уже в этом плане очень далеко ушли. Вы же знаете, наши парки, они делались как раньше, все в советское время. Эх, давайте навалимся и что-нибудь сделаем. А дело не в том, я очень благодарен старшему поколению, своим родителям, там, бабушкам, дедушкам, что они вообще создали такие территории парков. Да. То наша задача была каждого поколения эти парки делать именно под стать тому периоду жизни, в котором мы живем. То если у нас сегодня парки продаются своим родственникам или там строятся гостиницы, к примеру, да, или на них пытается кто-то там напасть, а с очень простым позывом и говорит, что это не парк, это какая-то заброшенная территория.
да, вот это как Дворец пионеров Мемориал и Парк Победы, то понятно, что, а кто должен был эти парки приводить в порядок, а не доводить их до такого состояния? Если бы, как бы, город Киров на протяжении 10 лет вкладывал деньги не только в наращивание бюджета городской думы и главы города, да, а именно какие-то деньги должны были выделяться на модернизацию, на создание каких-то новых парков, каких-то современных парков, даже не просто новых, а приведение в порядок тех, которые мы сегодня имеем, мы бы и то уже жили в другом городе. У нас прекрасные сегодня есть парки и Дворец пионеров Мемориал. Это Парк Победы, это Халтуринский, это Гагаринский парк. И они должны все быть именно теми местами, где кировчане хотят отдыхать, где приятно приходить. Вот буквально недавно, вот тут, не знаю, с чего благословения, сделали небольшой сквер. Вот внизу Алых парусов. Мы понимаем, перекресток. Да, да, посмотрите, сколько там народу, сколько там приходит детей, сколько там приходит взрослых, пожилых людей, потому что в том микрорайоне нет ни одного парка. Был прекрасный парк «Алые паруса». Я помню еще в детстве, когда в него ходил, там были и яблони, и все. Очень красиво на самом деле. Яблони, да. Сегодня его там практически там срезали, уничтожили, построили совершенно безумный, как на мой взгляд, дом, который портит весь вид вообще этой части города Кирова. Значит, который потом создаст по логистике очень много нам проблем, потому что рано или поздно туда люди заселятся, и они будут ставить куда-то машины, они будут выезжать, и, конечно, создаст большую проблему. То вот все, что делали последние 10 лет, должно быть запрещено вообще к деланию, потому что все, что делали, это на самом деле не украшало наш город. Дмитрий Михайлович, пара минут до рекламы. Ваше мнение, собственно, нахождение Валерия Васильевича в Кировской городуме, что это значит? Ну, я думаю, что это вообще очень странная история. Во-первых, что это значит? Во-первых, Валерий Васильевич показал, что сейчас у него нет интересов в законодательном собрании. Значит, то, что он где-то там присутствовал на протяжении последних там трех периодов. Неинтересно в областном законе. Ну, а ему что интересно? То, как бы, на самом деле, ему сегодня интересен город Киров. Это на самом деле так. И он ушел сегодня таким... Все же думали, что он пойдет на главу города или на замок, как писали многие СМИ. Значит, когда он написал заявление, я подумал, что неужели Валерий Васильевич все-таки решил распостаться. Заявление о сложении полномочий. Да, в ЗАГС собрание. Я думал, что все-таки он пошел на отдых, на занятия бизнесом, занятия здоровьем, как многие люди, которые успешно там прожили определенный период в жизни и практически достигли того, что вы хотели, значит, он пошел отдыхать и, в общем-то, заняться совершенно там свободной жизнью свободного человека. Да? Ну, вот ошибся я, Валерий Васильевич, к сожалению, все-таки переоценил его, все-таки он ушел в городскую думу даже обычным депутатом. Ну, мне кажется, что он ушел, во-первых, в рамках своих интересов городских, что ему сегодня город гораздо интереснее, чем ЗАГС собрание. Можете озвучить конкретно, на ваш взгляд, что это может быть? Ну, мы же знаем, что сегодня очень много проектов, которые ведет Валерий Васильевич там в городе. Это те вещи, которые вот и колесо обозрения, и там эко-ярмарка, и многие вещи, которые... Вятский променад, о нем что-то не слышно, да, в последнее время. Ну, пока не слышно, значит. Ну, вообще, как бы у нас же, в принципе, Валерий Васильевич из города никуда не уходил. Мы же говорим о том, что та группа, которая у нас работала, она всегда, в общем-то, с 2006 года была под пристальным вниманием этих людей. И я сказал, что и глава города, господин Быков, был назначен не вопреки, а благодаря определенной группе людей. То она, как бы, все эти годы и не уходила из города. Мы видим те преференции, которые и при выкупе имущества были сделаны тем группам олигархическим, которые покупали по 20 тысяч за квадрат, а все остальные малый бизнес по 50, по 60 и по 40. То вот тут, и, видимо, в городе что-то еще есть такое интересное. И центральный рынок, и, допустим, и горэлектросети, и многие еще объекты, которые вызывают какой-то определенный интерес у определенной части бизнеса. И в данном случае, я думаю, что, значит, для того, чтобы это не ушло не в нужное направление, видимо, некоторые люди переходят в городские думы для того, чтобы все-таки за всем этим наблюдать, и чтобы, не дай бог, куда это ушло, не туда, куда должно уйти. Вопрос мне интересный. А что вот эта ситуация и дальше продолжится? Все будут знать, прекрасно понимать, кто там рулит, но вот... Ну, я думаю, что большинство людей, которые там интересуются вообще политикой и городом, они прекрасно не понимают, кто все эти годы рулил и будет рулить, и как это будет все происходить, и для чего определенные бизнес-структуры ведут своих депутатов в городские думы, чтобы потом как бы делать так, чтобы они голосовали за то, что нужно, и голосовали за то, что не нужно. То в данном случае мы же все прекрасно все понимаем, что, к сожалению, в нашей стране, это не только в Кировской области и в городе Кирове, сложилась такая очень плохая традиция, когда
когда вот именно денежные мешки, люди, которые себя считают хозяевами определенных территорий, они фактически стараются контролировать законодательные органы региональной, там, муниципальной власти. Это, к сожалению, сегодня проблема вообще всей России. И это очень сильно сказывается, но на развитие городов, на развитие экономики, на развитие страны, то это же такая вертикаль сверху донизу, которая, в общем-то, к сожалению, работает в обратную сторону для страны, на мой взгляд. Потому что в данном варианте мы сегодня видим, как у нас развивается малый и средний бизнес. Мы видим отток бизнеса любого и из Кировской области, и из города Кирова, когда они снимаются с регистрации, уходят лишь бы не в городе Кирове, потому что как бы и с одной стороны и чиновники совершенно смотрят на них по-звериному, и органы, которые контролируют, особенно налоговые, тоже особым вниманием пользуются в хорошем смысле или там плохом, как хотите. То есть куча всяких вещей, которые показывают, что сегодня условия для развития малого и среднего бизнеса, который, в общем-то, всегда являлся передовым и двигателем всего, и рабочих мест, и ценовой политики, и они сегодня, эти малый и средний бизнес, мешают и олигархам, и в первую очередь им, а во вторую чиновникам, и они пытаются с ними бороться, что мы, в принципе, видим сегодня на протяжении последних лет. Особое мнение, сейчас будет небольшая реклама, мы скоро вернемся. Дмитрий Михайлович, тут наши слушатели вам, видимо, на вашу реплику, что надо выбирать всем миром мэра, да, главу города. Какие еще выборы? Жители на выборы не ходят, к сожалению. Но мы как раз и говорим о том, утопичные, вечные. Да, мы сегодня говорим, что за последние годы явка с каждым разом все падает и падает. И, конечно, сегодня никакого интереса у избирателя к выборам нет по одной простой причине. Мы увидим последние выборы в 2017 году. Низкая явка в городе Кирове 21%, в 2012 году 23. Она была, ну, 23, хорошо, в 2012 году она была 56-59%. Значит, мы видим низкие показатели и по области, который сильно упал. Мы видим показатели муниципальных выборов в городе Москве, где-то примерно 12-13%. Это все говорит о том, что пока мы идем по пути того, что скоро как бы будем выбирать и 5-6% глав городов и депутатов и все прочее. Ой, а прямо сейчас конкретный прогноз на президентские выборы в марте следующего года можете делать воевки? Смотрите, все зависит, кто пойдет на выборы, кого администрация президента допустит, кого не допустит. Если пойдем по старой традиции Миронов, Зюганов, Жириновский и Путин, то, конечно, явка будет не очень высокая, хотя они будут все делать для того, чтобы ее нагнать. Если будут какие-то новые лица и новые герои, то, может быть, интерес и проявится. То в данном случае я вам хочу сказать, что как раз как бы и явка-то и падает среди населения, так как избиратель не верит в то, что если он придет и проголосует, от этого что-то изменится. Если бы мы понимали, что была бы открытая выборная кампания, допустим, прямых выборов мэра города, то участников было бы как минимум там 6, 7, 8, из них бы 2-3 были там явные лидеры, и понятно, что это бы вообще интерес выборной кампании разжигал бы у людей желание прийти на выборы, потому что они понимали, что от них что-то зависит. Когда мы видим совершенно обратную ситуацию, когда мерседесы решают, а с населения не решают, то, конечно, в меньшинстве остаются мерседесы. Так как в данном случае любой кировчанин понимает, что ну да, они проголосовали, да, за оппозицию отдали 65%, да, голосов вот на этих последних выборах городских, да, а толку-то что? Все равно же мы же не выбрали, мы выбрали только определенные депутатов и партии, и при этом все равно глава города остается за решением губернатора и тех структур, которые, в общем-то, влияют на жизнь города Кирова. Так, много мы времени посвятили обсуждению событий на городском уровне. На понимаю. Вопрос я, это как его. Я думаю, что Валерий Васильевич пришел в Думу как смотрящий. Да. Он должен смотреть за тем, что происходит в Думе, куда распределяются деньги, куда происходит имущество. Смотреть, фиксировать и строчить. Да. И, в общем-то, как бы корректировать, видимо, все это направление, потому что он даже не является руководителем фракции, но мы прекрасно понимаем, что он имеет большое влияние на депутатский корпус городской, потому что многие там ему обязаны или должны. То в данном случае, конечно, он перешел туда и будет контролировать процесс. Mm-hmm. Мне кажется, что это какой-то первый признак того, что он не до конца доверяет Елене еще Васильевне. Хотя все считают, что это его креатура, и я на самом деле соглашусь, что, наверное, когда она стала министром финансов в 2006 году, это была на самом деле его креатура, потому что он тогда был первым зам у Шаклеина, и он пролоббировал и провел там Елену Васильевну, что она стала как один из факторов. Да? Ну, я думаю, что надо знать Елену Васильевну для того, чтобы говорить, что она чья-то.
Я думаю, в общем, что... не присваиваем пока. Да, я думаю, что не надо присваивать никому Елену Васильевну, потому что в ближайшее время мы посмотрим. Я думаю, что при любом раскладе мы сегодня получили, наверное, лучший вариант из того, что могло быть, да, потому что все-таки человек профессиональный, с силой воли, с характером, хорошо знает вообще структуры все, особенно как бы финансовые, экономические, то в данном случае я надеюсь, что как бы быковщина останется в прошлом, придет новый период. Понятно, что это однозначно намного лучше и для, в первую очередь сейчас уже говорю о кировчанах и о городе, если мы как бы сравниваем предыдущего главу города господина Быкова, я уже не говорю о Владыкине, потому что его практически никто и не знает, и не слышал, и уже фактически избранную Елену Васильевну, то я надеюсь, что мы пойдем по какой-то растущей спирали и будем надеяться, что город все-таки под женским руководством, все-таки я считаю, что это очень такой интересный формат, впервые в истории города Кирова главой города стала женщина, все-таки женской рукой мы будем двигаться вперед. Хорошо, на этом тему городской власти мы оставляем, да. Потому что времени... Мне сейчас придется, видимо, уже обходиться не слишком такими конкретными вопросами, но ладно, хорошо. Так, происходящее в областном правительстве, вернее, уже свершившееся, Дмитрий Михайлович, из тех, кто пришел в новый состав, новый, старый, из тех, кто из него ушел, вот можете сказать? Здорово, человек здесь, на своем месте. Я не знаю этих людей, я только... Вы же читали. Да, я прочитал, но я понял, что ушли те, кто должен был уйти, пришли те, кто должен прийти. В основном все сотрудники... Это чья логика? Ну, руководитель непосредственно? Ну, сегодня мы же избрали там всем народом города Кировской области, там нового главу города, области. Значит, он и определяет свою кадровую политику и состав правительства. То, что там трое ушли и трое пришли, ну, видимо, так на сегодняшний момент для главы города, главы области, да, это важнее, лучше. Странно, что все люди, в основном, ушедшие из... не местные и пришли тоже не местные, как бы три человека, три на три поменяли. Значит, при этом хочу сказать, что Бекетов и Мищенко, видимо, с радостью ушли с этой работы. Можем только догадываться. Да, а Куземская все-таки, видимо, не по своей воле, она на самом деле не попала в состав правительства из-за тех скандалов, которые последние там полгода происходили вокруг ее имени и ее окружения. Значит, пришли новые люди, очень удивительно, что они, бывшие все работники силовых структур, в основном обучались в школе ФСБ там или ККБ. Значит, для чего это? Или для наведения порядка, как обычно любят говорить, или просто так получилось? Ну, поживем, увидим. При всем при этом мы видим, что какая-то часть членов правительства и замгубернаторов осталась. Это и Курдюмов. Курдюмов, Кочетков. Кочетков и Шульгин. Кочетков, Илья Шульгин. Ну, Кочетков это вообще вечный там замгубернатор сельского хозяйства. Мы тоже понимаем, почему он уже пересиживал четвертого губернатора. Значит, а то даже тут можно и не обсуждать. Значит, Александр Анатольевич. Что? Чурин. Александр Анатольевич Чурин. Ну, это совершенно, я так понимаю, что новое лицо вообще в политике Кировской области. Я хорошо знаю Александра. Значит, он в свое время очень долго проработал на крупном предприятии, Сельмаш работал. Значит, ну, видимо, как бы на предложение губернатора войти в состав правительства он оставил как бы позитивный ответ. Не знаю, хорошо ли это, плохо, но в данном случае я всегда за то, чтобы кадры обновлялись и чтобы приходили новые люди, потому что новые люди – это новая кровь, новые мысли. Все-таки он имеет определенный опыт работы на предприятии, плюс у него возраст. За что губернатор его похвалил, да. Ну, гособоронзаказ предприятие выполняет успешно. Да, вот тут как бы, насколько похожа сегодня работа там на предприятии и в государственных структурах, очень, конечно, сложно судить, но я думаю, что это совершенно разные там вообще направления. Ну, посмотрим, потому что, в принципе, человек из местной среды знает местный менталитет, знает всех людей, значит, ну, если... Сегодня такая возможность есть, и появляются новые молодые лица, новые руководители, но почему бы нет? Потому, ведь как бы вот сегодня все, насколько я понимаю, там очень довольны там назначением Дмитрия Александровича Курдюмова, и все очень хвалят его, большинство, что на самом деле там в медицине идет определенный прорыв, и как бы и внешний вид меняется, и отношения, и в общем-то это тоже ведь наш кадр, который в общем-то ниоткуда не приехал, он тут у нас вырос и живет. Будем надеяться, что Александру Чурину все получится, и все те нападки, которые идут в его адрес, он сможет своей работой доказать, что это все неправильно. Как Игорь Владимирович говорил неоднократно, какими принципами он руководствуется при подборе людей? Порядочность и профессионализм? Да, вот порядочность и профессионализм, но... Верный подход.
Ну, порядочность и профессионализм. Ну, я думаю, что с точки зрения двух слов, порядочность и профессионализм, это, конечно, такие весомые. Это весомые вещи там, да. Если это на самом деле там суть, это хорошо. Если это просто слова, то это как бы другая история. Но если мы говорим о том, что, допустим, есть случай там даже с госпожой Куземской, там, да, она тоже говорила, что ее взяли там порядочность и профессионализм. Ну, вот ни порядочность, ни профессионализма никто не увидел. Потому что кругом скандалы, там решения совершенно неадекватные. И, в общем-то, все были удивлены, как вообще может человек как бы вести такую деятельность, не работая раньше в этих структурах. То вот тут как бы надо со словами быть поосторожнее, потому что мы все прекрасно понимаем, что те вещи, которые говорится во время выборной кампании или довыборной, это одна история. Да? Как я и говорил, после 10 сентября начинается другая жизнь. Это реалии начинаются в жизни. И как мы будем жить, это покажет ближайший год. Потому что идет формирование бюджета на 2018 год. Значит, это будет очень важная вещь. Да? Будут выборы президента в марте месяце. И вообще, как бы, история у нас очень становится интересной. 2018-2019 год. Я сегодня почитал федеральный бюджет на 2018-2019 год. Там, конечно, радости не очень много. Не знаю, почему такое у нас веселое настроение по областному бюджету. Акцизы поднимаются. Акцизы поднимаются, да. Значит, 2019 год вообще по доходам значительно меньше, чем 2018, да, потому что как бы все начинает падать. То в данном случае тяжелая, мне кажется, будет экономическая ситуация. Мы видим, что очень сильно падают доходы населения. Каждый месяц они падают, и это при низкой инфляции это происходит. Это очень странный формат. Значит, и это, конечно, все идет не на пользу развития экономики, там, территории и страны там, да, потому что понятно, что весь бизнес и все живет за счет, конечно, того, что насколько высока покупательская способность населения. К сожалению, и не только в нашей области, а во всей стране она падает. На этом завершаем сегодняшнюю программу «Особое мнение». Дмитрий Русских, депутат УЗС 4-го и 5-го созыва. Всего доброго. Да, спасибо всем. До свидания.